Наш сегодняшний герой начинал свою музыкальную карьеру в далеком 1998 году в качестве фронтмена популярной тогда музыкальной группы Hi-Fi. Спустя 10 лет он решил покинуть коллектив и отправился в сольное плавание, которое оказалось не менее успешным. Фомин Дмитрий Анатольевич родился 17 января 1974 года в Новосибирске. После школы Дмитрий поступил в Новосибирский медицинский институт, однако, не закончив учебу, уехал в Москву. Но в последующем вернулся и получил диплом врача-педиатра. С 1998 по 2008 год был фронтменом группы Hi-Fi. Летом 2010 года был выпущен дебютный сольный альбом «Так будет». В 2013 году состоялся релиз второго студийного альбома певца «Наглый ангел». Сейчас к выходу готовится третий альбом. Знакомьтесь, наш герой – режиссер, продюсер, телеведущий, исполнитель и автор песен Митя Фомин и его собака. Здравствуйте. Привет. Привет, Кристина. Расскажите нам о своей собачке. Ну, мы начнем с того, что это американский бульдог. Американский бульдог – порода собак, известная с конца 19 века. Является одним из ближайших, оставшихся в почти нетронутом состоянии, родственников старых английских бульдогов. Мускулистая собака среднего роста, голова квадратной формы, довольно крупная по отношению к росту собаки, но не чрезмерно. Морда тоже квадратная, довольно широкая, глубокая и относительно короткая. Американский бульдог должен двигаться быстро, ловко, мощно, с выраженной пружинистостью шага. При движении все конечности должны быть параллельными направлению движения. Передние конечности четко вытягиваются, а задние толкают собаку вперед. Бдительный, отходчивый и дружелюбный, с самоуверенной осанкой. Предан, самоотвержен, надежный охранник. Американский бульдог отличается высоким интеллектом и хорошей обучаемостью. Это сука, ей около 5 лет. Зовут ее Белоснежка. Удивительно, удивительно гармоничное существо, сядь. Удивительно спокойное, энергосберегающее. И, в общем, у нас не возникало никогда никаких конфликтов, несмотря на то, что у публики существует предубеждение, что это бойцовская собака. Но бульдоги никогда ни с кем не дрались. Они были выведены совершенно для других целей. Почему эта порода? Потому что, знаете, увидел однажды в Америке, спросил, что за порода, понравилось. Я захотел белую собаку. Белой собаки не было в Москве, ее мне привезли из Екатеринбурга. И вот Белоснежка теперь полноправный член моей такой небольшой семьи. А раньше были собаки с детства? Да, как-то были собаки всегда. У нас в квартире в Новосибирске, когда мы жили с мамой и с папой, с моей сестрой Светланой, всегда жили пудели. Угу. Пудели, наверное, в силу того, что очень домашние, очень семейные собаки, очень артистичные, очень преданные, не пахнущие. Правда, была, конечно, проблема с шерстью, потому что ее приходилось все время расчесывать, но ее не было нигде, потому что у пуделя она не падает. И, собственно, пудели были. Вот. И потом, когда я приехал в Москву, я вдруг понял, что мне тоже нужна собака. И в детстве была книга. Она называлась «Друг, который всегда с тобой». Я думаю, что у многих она была в моем детстве, скажем так. И там был изображен щенок американского спаниеля. А такая очаровательная, выразительная морда с такими глазами, с большими ресницами, ушами с большими. И я решил, что я хочу такую собаку. И ребята из группы Hi-Fi мне ее подарили на день рождения. И на 25-летие у меня появилась Слива. Ее звали Слива. У Сливы была очень интересная судьба, потому что Слива в итоге увидела очень много моих друзей, известных и неизвестных. В общем, у нее было очень много впечатлений, потому что я думаю, что она увидела больше, чем кто-либо бы то ни было из людей, не прикасающихся, скажем так, богеми. Вот. И одна моя приятельница как-то сказала, что если бы Слива умела говорить, то пол Москвы бы перессорилась, потому что в моей квартире происходило многое. Приятное, неприятное, закрытое, открытое. Вот. И, в общем, Слива бы жила у меня 14 лет до тех пор, пока не умерла от рака легких. К сожалению, для кокер-спаниели это обычная история. Они поражаются как раз раком самых разных внутренних органов. И поскольку собака была уже не молода, и, в общем-то, рак практически не лечится даже у людей, к сожалению, к большому, к нашему, мне пришлось ее усыпить. Усыпить ее пришлось тогда, когда она уже
буквально не могла дышать, когда я понимал, что опухоль была слишком обширной. И, конечно, это было невыносимо, потому что собственными руками заканчивал своему любимому животному жизнь. И, в общем-то, конечно, это было нелегко, но... Вы знаете, ну, я по образованию врач, и, в общем-то, я на это решился, потому что я понимал, что животное мучается, уже не может практически дышать. И мы, конечно, ее лечили, мы пробовали какую-то терапию, но, как вы понимаете, противное это вмешательство любое, оно было бы чревато для такого возраста собачьего. Вот. И, в общем, была очень интересная история, связанная со Сливой. Дело в том, что она однажды забеременела непорочным зачатием. Да. Значит, она была породистой собакой. Я хотел щенков. Она была уже готова к тому, чтобы их иметь. Я нашел какой-то питомник, который был неподалеку от нас. Мы жили на станции метро Тимирязевска. Угу. Я нашел на Петровско-Разумовской нашел питомник домашний. Это было что-то ужасное, потому что там было 150, там жило 150 тысяч собак, и, в общем, они все лаяли, гавкали, пахли там и прочее, но это были выставочные экземпляры. И были такие там кокер-спаниели, такие королевские, то есть они не гуляли по земле, они гуляли дома, все были такие все такие вот расчесанные, такие, чуть-чуть такие вальяжные. Вот. И мы побежим с моей Сливой. Слива так на это все смотрит, думает, что же, боже, куда мне привезли, в какой-то публичный дом. И мне хозяйка говорит, ну, давайте, мол, к делу. Я говорю, ну как, ну, может, пойдем познакомимся. Не-не-не, давайте, у меня времени нет, давайте с лучкой, в общем, я потом идите. Мы заходим в кухню, ну, собственно. Ну, как это все происходит? Я думаю, что заводчики знают, что нюхаются, там все пытаются приноровиться, но никто не захотел. Там было 4 кобеля, и она говорит, ой, у этого, сука, не ароматная. Я запомнил на всю жизнь. Вот. Я говорю, ну как же, слушайте, вот, я считал по календарю, там, зачеркивал дни, говорю, да, ну вот, уже готово, девочка созрела, говорю. Ну, в общем, один кобель черный, кобель как-то там что-то попытался, но дело в том, что кто знает, собаки должны стоять в замке. Да, по-моему, у них даже ничего не получилось. То есть он проделал несколько фрикций, слез с собаки. Она говорит, вы знаете, у вас ничего не получится. Я говорю, может, другие попробуйте. Но другие не попробовали. Значит, и мы, несолоно хлебавшие, пошли домой. И каково же было мое удивление, когда через 2 месяца хозяйка квартиры, в которой я снимал комнату, позвонила мне и сказала, Митя, Слива принесла щенка. Я говорю, причем не было ничего видно, что она беременна, что она как-то округлилась. То есть как-то все происходило очень-очень так сдержанно. Я говорю, что с ума сошли? Я говорю, вожу собаку по питомничкам, значит, это самое, пытаюсь ее, значит, сводить с дорогими кобелями, а вы, значит, где-то, значит, дворняга ее, значит, это оприходовала. Я говорю, что с ума сошли? Я приезжаю домой, и я понимаю, что она родила одного щенка. Кокер спаниель, черного. Я понимаю, что каким-то невероятным образом она залетела в тот самый день, когда ничего не получилось. То есть каким ветром это задуло, я не знаю. Что удивительная вещь. Да, и вот, в общем, у Сливы родился чернослив. Как вы похожи на свою собаку? Какое может быть сходство между вот этой длинноухой, корноносой, понимаете, длинноресничной собакой, которая как кукла. Мне было, честно говоря, это обидно, потому что я хотел другого сравнения. И в итоге, когда пришло время выбирать пса, я подумал, что я хочу либо бигля. Мне он нравился внешне. Да, еще есть разновидность эстонская гончая, что само по себе несовместимые вещи, на мой взгляд. И американский бульдог. И я провел какое-то маркетинговое исследование. В общем, бигли все-таки охотничьи собаки, они капризны, они то. А вот американский бульдог редок в нашей стране, и я решил, что я хочу редкую породу. Потом выяснилось, что Лайма Вайкуля очень любит этих собак. В общем, и мне привезли эту девочку. Я в нее влюблен безумно, потому что она безумно, бесконечно доброе и очень податливое существо. С
судя по вашему рассказу, поняла, что собаки ваши селищные были девочками. Это такое совпадение или как-то нет, вот вам больше мне нравится? Нет, мне очень нравится, что как раз они другого пола. Почему? Потому что существует теория, и, в общем-то, я в ней убежден, что суки более преданные, что, ну, собственно, они более такие компанейские, более, конечно же, добрые. Что у вас есть дача в Тоскане, которую вы очень любите. Да, есть такое дело. Часто уезжаете? Собаку берете с собой? Я скажу честно, однажды, я брал ее дважды. В первый раз почему? Потому что нам доктор посоветовал, ветеринар, с ней плавать. Почему плавать? Потому что мы с ней в детстве вывихнули ее коленку. Да, была такая история, я нес ее еще щенком и упал в подъезде, зацепившись за фалду ковра, пошел и прям полетел, и налетел на нее. Но поскольку собака очень-очень спокойна, идем со мной, но поскольку собака очень спокойна, она не проявляла вообще никакого беспокойства, и никакие рентгены ничего не показывали, что у нее что-то сломано. А в итоге сустав, коленный сустав еще не сформировался, и коленная чашечка выпала вот из того самого места, ее не было видно, потому что она была еще хрящевой. И стал формироваться неправильный сустав, и через некоторое время она вновь стала хромать, и я понимал, что что-то собак не то. И мы нашли прекрасного хирурга от Бога, Воронцова Александр Алексеевич, по-моему, его зовут, который прооперировал собаку, сказал, что вы пришли вовремя. Почему? Потому что у нее бы сформировался неправильный сустав, и она бы не смогла бы тогда, в принципе, двигаться. Ее прооперировали вот на левое колено и сказал, плавайте больше. А дело в том, что у меня рядом с моей дачей в Италии есть прекрасное озеро. Конечно, ближе нету. Вот. Но мне нужно было туда съездить, и я предпринял все процедуры для того, чтобы собаку можно было увезти за границу. Но на самом деле это не очень сложно. Это чипирование. Угу. Ко мне подойди. Это чипирование, это справки, это контейнер. И благо, что компания Аэрофлот берет на борт животных. И, в общем-то, мы ее, и Алиталия тоже, и мы ее посадили в багажное отделение. И, в общем, два раза она летала. Значит, есть, конечно, два огромных минуса. Дело в том, что собаке это огромный стресс. Ты все время думаешь о том, чтобы ей включили отопление в багажном отделении. Почему? Потому что его там обычно не включают. И, естественно, командир корабля и стюардессы постоянно их трепал и говорю, вы точно включили свет. То есть я, конечно, был сам не свой, но в итоге собака прекрасно долетела. Конечно, она очумела от этого всего. И я понял, что в следующий раз мы, если туда-то и поедем, то мы... Что ты хочешь посмотреть? То это будет либо машина, либо поезд. Да, но она терпеть не может купаться. Она ненавидит это тихим ужасом. Просто она, когда видит воду, она начинает лаять, что вообще происходит очень-очень редко. И ее невозможно загнать в воду. И когда я все-таки мне это удается сделать, то она идет ко дну. Потому что я предполагаю, что костяк у собаки очень тяжелый. И, в общем-то, они не приспособлены ни для бега, ни для плавания. То есть это не очень спортивная собака. Я периодически с ней бегаю, но дело в том, что на спринтерские дистанции она не способна. А
Давайте отвлечемся немножечко от животных, поговорим о вас. Да. Вы за последние годы записали 2 альбома, и вот сейчас сингл вышел к 3-му альбому. Да. Вообще тяжело было уходить из такого устоявшегося коллектива и пускаться в сольное плавание? Нелегко. Нелегко, и, в общем-то, это была моей, скажем так, давней идеей. Почему? Потому что, несмотря на то, что группа Hi-Fi для меня это была моя эстрадная колыбель, это были, в общем-то, ну, практически 10 лет отданные от звонка до звонка. Иди сюда, иди ко мне, Снежа, подойди ко мне. От звонка до звонка мне надо было развиваться дальше как артисту. И, конечно, мы там все уже исходили, и попереходили, и повыступали, и, в общем-то, было все, и жизнь, и слезы, и любовь. Уходить было сложно, потому что, ну, это как семья, когда ты уходишь в другие отношения, и, в общем, конечно, приходилось и попотеть, и подумать, и пожалеть там, ну, в общем, все было. Ну, а сейчас для вас что самое главное в работе? Что самое для ценное? Для меня самое главное, ну, как для любого артиста, для меня важен, сядь, для меня важен, конечно, успех. Почему? Потому что не хочется писать и петь в стол. Хочется, чтобы твои песни были на слуху, чтобы они разбавляли и становились частью жизни других людей. В общем-то, нам песня «Жизнь строить» помогает, чтобы я нес вот свой вот этот вот свои гимны, я нес дальше по стране, потому что я живу в этой стране, я пою на русском языке, и мне это важно. Спасибо за беседу. Спасибо. Успехов в творчестве. Спасибо вот, в большое. Жизни.